вот оно все. Вот, сантехник провалился, по колено пошел туда. Льет, просто льет труба. Между 10-м и 9-м подъездом. Нет, 10-й. 10-й это даже. А, говорит, вот второй сантехник это 10-й. Я сантехник. Нет? Я электрик. А, электрик. Вот и электрик пришел. Вот так вот. Все пришли. Только не хватает Ширяева и Виталия до кучи. Ну, Владимира, конечно, нашего. Я с насосом. Ты насос нужен? Насос все откачивать. И, скорее всего, прорвало трубу, она там сломана все. Потому что все старье. Дому 40 лет. А почему перестает литься? Пробили же. Ну, что пробили? Пробили же, наоборот, еще должно литься. А что пробили? Там труба прорвалась? Ну и что, а как она выливается? Через что? Надо всякие бутылки, всякие хрень кидается. Это понятно. А если труба герметичная, то откуда выливается-то, не пойму. Ну там, ну, куда? Вот этот слив должен куда-то идти, вот он там забито. Там слушайте, забито. Ну надо будет это самое, когда все это уберется, смотреть трубу, в каком она состоянии. Все возможно, что какая-то ну, еще дальше треснутая. А? Да не, ну это самое. Пошла? Представляете, это как? Из 10-го приперло 8-й. Это нереально. А вы кто будете? А? Виталий вы, да? Значит, вы на фото другой. Ну, и начальник участка. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Вы, Степан, к 8-му подъезду? Дайте-ка я туда перейду, а то... Вон, с обратной стороны. Ой, послушай. Со стороны, пожалуйста. 10-й подъезд. Вот что творится. Представляете, этим мы дышим 2 месяца. 2 месяца дышать нечем. Все. Все в воде льет просто. Бурелом. О, сейчас Арим Сергеевна приедет. Она порадуется за свой подъезд. Вы же только ради этого живете. Да, ради этого и живу. Конечно. Вы как управляющая компания, зато листовки всем развешиваете. Я с этой проблемой. Вот разбирайтесь, завтра я приду и проверю. Я сама решу, с телефоном мне или без телефона мне ходить. Вы это решите, понятно. Вы это решите. Только не в подвале, в моем. В твоем? В моем. Ты собственник этого дома? Нет, не собственник. Ну, все. А да, чей-то? Ну, хорошо, решай тогда. Сейчас вызывай. А сейчас люди будут задыхаться. Тем более. Мишка. Мишка хамит. Да, и еще чай не пускают. Еще и ты виноват. Короче, не пускай. Да, и все люди это самое виноваты. Все кругом виноватые.